еще можно такое понятие раздвижения, то есть метр ничего не показывает, бывает слышно очень хорошо. Вот, Иван, хорошо, 9 плюс слышно, да, все нормально, напомню, вчера Сергей Одесса, вот, работали, встречались, частенько прием. Одесса, Запорожье. Да-да, Одесса, здесь Ульяна, Роман 3, Щука, Щука, центр. Он тебя закрывает, Джека. Диапазонная. Вот облочки. Явно 70-35. Антенна сейчас 4 петли в вибратора работает. Это порядка 120 над уровнем моря крем. Как он у тебя проходит, Джека? Три попа. Это обычный дом. Ты работал с ним, не? Ох, и модуль у него мелкий. Одесса, здесь Ульяна, Роман 3, Щука, Щука, центр. Да, Сергей, на двойке, да, помню, работали. Здесь также отлично принимают 5-9, вот Евгений, Запорожье. И послушайте, тут еще одна станция, Двищуки центр, тоже Запорожье. Да, Одесса, тоже на двойке работали. Здесь ОР-3, Щука, Щука, центральный, Александр, принимаете? Так, ОР-3, Щука, Щука, центр, правильно? Да, да, Ульяна, Роман 3, Щука, Щука, центр. Да-да, но у меня сейчас на Симферополь стоит, вернее на Севастополь, чуть-чуть южнее, поэтому может быть из-за этого. Ну, принимаю тоже на слух 5-9, хотя индикация никакой. Хорошо, питание буду, 7-3, до свидания. Да, еще хороший, да, всего доброго, до свидания.